Когда вот так шкварчит мясо, они говорят «джакль, джакль, джакль». Привет всем голодным и сытым, меня зовут Коля, я живу в Корее, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я пригласил на ужин своего корейского друга, и специально для него я приготовлю русское популярное блюдо, которое называется беф строганов. Я надеюсь, ему это блюдо понравится, потому что я буду стараться изо всех сил. Давно я это блюдо не готовил, я уже не помню, когда вообще последний раз его делал, но я думаю, все-таки навыки остались, и я сегодня смогу удивить своего корейского друга, тем более он будет пробовать это блюдо впервые. Ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся, они есть практически в любом магазине в шаговой доступности, независимо от того, где вы живете. Из овощей нам понадобится лук и чеснок. Лук я возьму побольше, потому что я люблю лук. Это картофель, будем делать картофельное пюре, сливочное масло. Также еще понадобится нам немного молока, но молоко я почему-то не выложил на стол. Понадобится мука пшеничная, говядина. Сейчас готовят бестроганов из разных видов мяса, но по классическому рецепту идет говядина. Сметана. Правда, я не знаю, сколько здесь жирность сметаны, и в Корее это, по-моему, единственное. И последний ингредиент, который нам сегодня понадобится, это грибы-шампиньоны. Также соль, черный перец и растительное масло. И начнем мы с картофельного пюре. Нужно измельчить картофель, чтобы он быстрее сварился. Лук режем полукольцами. Картофельное пюре приготовилось, надо слить водичку. Пюрешку мы уже замешали, и теперь настало время готовить соус. Джакль-джакль-джакль. Знаешь, по-корейски, когда вот так шкварчит мясо, они говорят джакль-джакль-джакль. Такое блюдо я приготовил, это беф строганов. Сначала я попробую, прежде чем угостить моего корейского друга. Прикольно. Кстати, до этого я делал беф строганов всегда с томатной пастой, но в этот раз я решил положить только сметану. Ребят, вы знаете, что я люблю готовить и радовать свою семью вкусными блюдами. Но часто бывает так, что все надоедает, идеи, что приготовить на обед или ужин, заканчиваются. И в такие моменты приходит на помощь food.ru. Food.ru – это новый кулинарно-масштабный проект со своим сайтом и приложением обо всем, что связано с едой в одном месте. Кстати, рецепт этого блюда я нашел на food.ru. Здесь есть статьи о любимых блюдах, познавательный контент, секреты и кулинарные новости, уроки и кухонные лайфхаки от ведущих фуд-экспертов. У вас есть возможность стать автором и поделиться своими фирменными рецептами любимых блюд. Весь опубликованный материал проходит модерацию, а это означает гарантия качества контента. Но самое главное, на food.ru вы найдете тысячи пошаговых рецептов популярных и уникальных блюд любой кухни мира. В каждом рецепте подробно указаны ингредиенты, рассказан процесс приготовления, рассчитан КБЖУ и даже есть пошаговые фотографии. На сайте есть быстрые и простые рецепты, начиная от морковки по-корейски и заканчивая сложными тортами. Помимо рецептов, есть сотни материалов, связанных с историей еды, правильным питанием, пищевыми привычками, домашним столом и детским питанием. Поэтому прямо сейчас советую всем перейти по ссылке в описании под видео и начать удивлять кулинарными шедеврами своих домочадцев. Ну что, дождался? Даники дарёсся? О, чай понесся. Инсайдио. Привет, Карлос. Карлос. Кям, привет, я Дасоль. Привет, я Дасоль. Ты Николай. Иди, могу пойти. Вот ты? Во, хотя бы мобанде. А не, мосы. Мосы иппо. Иппо я? Ресторан вот. А, крия? Мокки акко. Могу я? Креса аммогурле. Могу я. Мокки аккоса аммогурле. Я пугиман хэн. А, я бега ханто ан копакоден? Я чонок мани могутчана. Но нэмсэ маттэмэнсо
배고파졌어. 소고기, 감자, 양송이? 소스 뭐야? 플레인? 요거트? 오, 나는 신기해. 이렇게 감자랑 같이 먹는 거잖아. 네. 외국에서는. 네. 이게 요리야? 네. 이게 이름이 뭐야? Beef Stroganoff. 러시아 음식이야. Beef? 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 Stroganoff. Stroganoff. Beef Stroganoff. Beef Stroganoff. 아, 괜찮다. 이 맛이 나 원래? 응. 원래 이 맛이야? 외국에 러시아에서 먹으면? 응. 다른 향신료 안 들어가고? 응. 맛있다. 좋다. 근데 이거 비쌀 것 같아. 거기서 먹으면. 김치도 먹어야 돼. 원래는 피클이랑 먹는 거 아니야? 에? 피클 같은 거에 먹어야 되는 거 아니야? 아니요. 레시피들이 여러 가지 있어요. 많아요. 그 레시피 중에 피클 안에 들어가는 것도 있어요. 그럴 것 같아. 약간 피클 있으면 잘 어울릴 것 같아. 나는 기대를 안 했잖아. 솔직히 맛 없을 줄 알았어요. 근데 자극적, 그러니까 나는 외국 음식이 무서운 게 막 무섭고 별로 안 좋아하는 게 뭐냐면 향. 근데 이거 향이 안 센데? 원래 그래? 그냥 맛있어. 깔끔해. 손수도가 가스크로 이어서 웬일이야 나한테 이런 음식을 사주고. 그냥? 나는 오늘 또 막 마음의 준비를 하고 왔던 거야. 아, 니콜라 이따 나한테 뭐 이상한 거 먹여요 이러면서. 근데 이게 2시간이나 걸릴 거야? 아니요. 비디오를 안 찍으면 30분 안에 할 수 있어요. 계속 찍으면서 했구나. 비디오를 찍으면 이렇게 비디오를 찍어야 되고 이렇게 각도? 더 있어요? 더 있어요. 아 진짜? 더 먹어요? 아니. 아 근데 왜 물어봐? 지금 많이 먹으면 살 쪄. 밥이랑 잘 어울려요. 아 밥 없이도 괜찮은데? 나 이거 한 잔 해도 돼? 응. 와 씨 엄청 많아요. 기포 올라오는 것도. 어때? 어? 형 근데 진짜 요리사긴 했나봐. 나? 응. 아니요. 아니 잘하는데 요리를? 에또 뭐 크스나. видимо, я настолько вкусно приготовил, что он даже по-русски заговорил. 왜? 너무 맛있어서 러시아 말로 말했어. 와, 나 방금까지 진짜 엄청 졸렸거든? 아, 그래요? 잠잘 뻔했는데 응. 야, 이거 맛있는 거 들어가니까 응. 기분 좋아진다. 아, 그래요? 응. 행복해요. 행복하래? 나도 행복해요. 형은 뭐가 행복해? 너한테 입맛이 맞아서 나도 행복해. 요리사다. 다음에 또 뭐 해줄 거예요? 다음에? Что в следующий раз ему приготовить? М? Есть какие-нибудь пожелания? Пишите в комментариях. Классический паста то есть то? Все. Опса? Паста на Европу, а? Италия. Италия, прям такой Италия. Пицца, паста. Там и такие фиги были. Италия на паста. Не. Пицца. Не. Мигуго на хэмбургер. Чикен. 그러면은 러시안 지난번에 먹어봤던 거 팬케이크? 아, 팬케이크랑 베프스트로가노프 이거? 펠메니. 그러니까 유명한 거 없어 그렇게? 막 전 세계적으로 먹는 거 борщ, борщ도 있어요. 핏? Как же будет свекла корейски? По-корейски 그... 보라색, 보라색에 가지? 아니요, 가지 말고 다른 거 단 안에 있는 거 가지 가지 아니고 이거 와 모르겠네. 빛? 아 비트 비트 아 빛 비트 비트
나는 형이 그 나는 그 약한 티 발음이 없으니까 한국은 나는 형이 자꾸 빛? 빛? 빛이 뭐지? 이러고 있었는데 아, 아 по-корейски пит это будет долг. То есть свекла это будет питы, питы. А долг по-корейски пит. Поэтому он такой долг, долг. О чем это он? А я просто забыл, как она называется на корейском. Он смотрит на Викин чехол, а у Вики чехол с и говорит, увидел и сразу вспомнил эту песню. И, кстати, в Корее она переводилась на корейский язык, а у нас она была в оригинале. Ну что, пора подводить итоги. Как тебе мое блюдо? Нет? Машотео. А, это вкусно? Это вкусно? Алло. 오랜만에 요리 같은 요리를 먹은 것 같아. 오랜만에. 와. 그러니까 내가 생각하는 요리가 뭐냐면 그냥 대충 먹는 막 밥 말고 대충 사 먹는 거 말고 그 약간 레스토랑 가면 나오는 그런 느낌의 요리 메인이라고 하기엔 조금 약하고 그렇다고 에피타이저 이런 거라고 하기엔 조금 센. 딱 그 사이쯤. В общем, говорит, что это блюдо не дотягивает до там, полноценного, который подается в Корее в ресторанах. Ну, это примерно что-то среднее, говорит. Ну, блин, не знаю, как это среднее. Это полноценное блюдо с картофелем пюре, с говядиной корейской, хану. Вы сами прекрасно знаете, насколько он капризный. И то, что ему сегодня блюдо понравилось, я был... в шоке. Ну, я, конечно, предполагал, что ему может это блюдо зайти, но это не его стиль, то не его стиль. И я думал, даже несмотря на то, что я готовил это блюдо с любовью, что ему может не понравиться что-то. А в итоге, что мы видим? Ему все понравилось. Вау. Молодец? На, молодец. Я молодец? Нет. Нет? И, пожалуй, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Так, ставьте да. Большие пальчики вверх. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока. Кстати, Ви, ты не ревнуешь к тому, что мы так очень близко сидим друг к другу, нет? Или к тому, что ты с любовью готовил меня. Ну и это тоже. Ха-ха-ха.